Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Nokia G60. И сейчас мы разберемся, как в приложении WhatsApp сделать резервное копирование. Что ж, для начала в правом верхнем углу мы нажимаем три точки, после чего нажимаем на настройки, переходим в вкладку чаты, спускаемся вниз, и здесь есть резервное копирование чатов. После чего нажимаем резервное копирование. Проверяем, или оно идет на тот аккаунт, на который нужно. И все. На этом мы закончили. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!